У грибной базы в Бендерах почти достроили мост. Он появился в рамках проекта обновления набережной и станет частью пешеходного маршрута до городского пляжа. Тропа здоровья – так назвали маршрут, соединяющий набережную с Бендерской крепостью. Здесь проложили бетонные плиты, установили кованые перила, арочные конструкции и светодиодные фонари. Очередь за скамейками и урнами в планах озеленения. Впрочем, пока одни путь прокладывают, другие уже по нему идут. Говорят, вдоль Днестра идти куда приятнее и безопаснее, чем лавировать между автомобилями. Эстетики добавляют и такие объекты, как мост у грибной базы. Он не только нужен, а, как сказать, давно пора это надо было сделать. Это сейчас так классно, это туда дорога на пляж. Это фантастика. Очень удобно перейти, не надо обходить лестницы. Красиво. Новый мост, точнее мостик, удобен для пешеходов, велосипедистов, которые облюбовали набережную для прогулок. Работу почти закончили. Деревянный настил из лесной ели почти уложен. Подсчитали, ушло 160 досок. Каждую покрыли специальным воском, чтобы не портились от воздействия природы. Стараемся, чтобы здесь был зазор между ними. А для чего нужен зазор? Ну, чтобы вода не собирался. Объект должен прослужить долго. Впрочем, полезность и долговечность – не все его достоинства. Мостик с деревянным настилом органично вписался в природный ландшафт. Но чем не новое место для фотосессии? Елена Леонтьева, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.